Друзья мои, просматривал инстаграм Димаша и нашел прекрасные слова от поклонницы Димаша Хеленчик В. Кстати, уже не первый раз зачитываю ее слова. Уверен, вы согласны с ней. Ставим лайк и слушаем. Димаш, можно поделюсь немного своими мыслями о важной роли музыки в жизни человека? Порой мы сами не догадываемся, как те или иные мотивы мелодии, звучание музыкальных инструментов и тембр полюбившегося голоса влияет на нас подсознательно. Мы состоим из материи, и окружает нас материя. Мы в первую очередь заботимся об удовлетворении именно физических потребностей. Иногда в погоне за материальным забываем о своей душе, о ее потребностях. Наша душа тоже проживает определенный опыт. Развивается она через чувственную сферу. Твоя музыка и тембр твоего голоса и то, как ты умеешь делиться своим чувственным опытом с нами, помогает и мне развить эту чувственную сферу еще больше. Роль искусства велика, ведь вы даете возможность нашей душе прожить необходимый опыт через чувства. Не через мысли, логику или знания, а через эмоциональное проживание. Спасибо, что увлек нас в мир музыки и помогаешь развиваться нашей душе. Да, друзья, ведь это так и есть. Напишите ваше мнение. Всех обнял.